Если Земля плоская, то почему остальные планеты сферические? Исходя из этой логики, можно понять, что футбольное поле тоже шарообразное, а не плоское, как вам кажется. Из-за того, что футбольный мяч в виде шара. Или если бильярдные шары сферичны, то почему бильярдный стол не может быть плоским? Дело в том, что нам внушили гелиоцентрическую модель Вселенной, как показано на картинке. То есть все планеты вращаются вокруг Солнца. Нам внушили, что все звезды, которые мы наблюдаем ночью, намного больше, чем Земля. Такое представление о Земле появилось совсем недавно. Существует также геоцентрическая модель Земли. Это когда центром во Вселенной является Земля, и Земля не движется. Наоборот, все звезды или планеты движутся над Землей. И все эти планеты намного меньше, чем Земля. Перед вами показана наглядная анимация движения планет над Землей. Никто не работает с моделью гелиоцентрической системы координат. Военные, ракетчики, мореплаватели, баллистики, летчики и так далее. Все расчеты ведутся на карте плоской Земли, опираясь на того, что она не движется, и она является центром во Вселенной. И все вращается вокруг нее. Вот несколько примеров. В гражданских учебниках полно таких указаний. Баллистическое проектирование ракет. Учебник «Пособие для вузов». И почти сразу в начале на 6-й странице пишется. Считается, что Земля плоская, не вращается. Далее учебник по аэронавигации. На 270-й странице сказано. Тот факт, что Земля при счислении принимается за плоскость, не вносит существенной погрешности в рассчитанные координаты. И эти учебники в открытом доступе. На второй странице соответствует отечественным и международным требованиям к подготовке пилотов коммерческой авиации. То есть все серьезно. Вот учебник НАСА, например. Называется «Вывод и определение линейной модели самолета». В самом начале написано. Резюме. В этом отчете описывается создание и определение линейной модели самолета для жесткого самолета с постоянной массой, летящего над плоской, не вращающейся землей. Ну и дальше там. Если кому-то интересно, оставляю ссылки на эти учебники.